Дорогие друзья, всем привет! Ну что ж, вышел официальный ролик от официальных ютуберов, и на данный момент я хочу посмотреть ролик Гейл против всех бойцов один на один. Оригинал, конечно же, я оставлю, ссылку на оригинал оставлю в описании, и хочу немножко забежать наперед, сделать такой вот маленький спойлер, или же даже, ну, сфанговать, потому что это неофициально. Смотрите, если сегодня не показали горячую зону, логично предположить, что завтра будет сникпик по горячей зоне, а послезавтра выйдет обновление. Если сегодня показали горячую зону, значит, завтра обнова. Я просто еще не смотрел видосы, поэтому я вот так вот еще ничего не знаю. Мы сейчас посмотрим, ребята, Гейл против всех бойцов 1-1. Очень интересно, усаживайтесь поудобнее. И, ребята, я бесплатно разыграю куча бралпасов, поэтому Гейла вы сможете получить абсолютно бесплатно от меня. Если хочешь получить Гейла в числе из первых, прямо сейчас прожми лайк и подпишись на канал. Дождись обновы, я запущу для вас очень крутой конкурс и разыграю бралпасы абсолютно бесплатно. Усаживаемся поудобней, приятного просмотра. Ролик я смотрю Лекса, ссылка на него в описании. Kids today. Ёб today. Итак, выпади, пожалуйста, нам Гейл. Вау. Поехали. Против Шелли. Шелли его убила. Так, это с... Стоп. Тут надо определиться с пассивками, с ультой. Так, это сейчас на дистанции, да? Это он заморозил ее сейчас? Еще раз посмотри. Ультанул? Она на секунду застанилась? Офигеть! Но все равно он ее не выносит. Офигеть, у него что, ульта станет? По 1000 урона он наносит. Это фуловый, да? Нифига он ее отталкивает далеко. Отталкивай, отталкивай. А чё по гаджетам? У него гаджет он какой-то. Короче, на дистанции он выигрывает. А чё по гаджетам? У него гаджет, стрелочка. Чё он, джамп какой-то у него? Если появится информация про гаджет, она выйдет у меня сразу же в телеграм-канале. Сразу же, ребята. Ссылка на телеграм-канал в описании. Обязательно подписывайтесь, дабы не пропускать новую инфу. Ниту он выигрывает. Ниту с Мишкой. Ого! Я не понимаю, это гаджет? Не, стоп, я сейчас посмотрю. Он же нет, гаджет не нажимает. Ниту даже с Мишкой он выигрывает, окей. Так, на дистанции. Ну понятно, на дистанции он выиграет ее. По 1500 урона залетает по 2 снежка. Или сколько там? Да, это... Нет. В смысле, это... Я не понимаю, вот так вот 1000 урона, а 2 снежка 1500, в чем логика? Нита его вынесла, лол. Против кольта, поехали. Я не успел ничего посмотреть, но кольт тоже отъехал. А это с ультой теперь. Короче, первая атака без ульты, вторая с ультой. Дальше, Бул. Да ну понятно. Понятно. Против Була. Но даже с ультой проигрывает. Так. Это, я понимаю, на дистанции, да, он мочит его или что? И тоже проиграл Булу. Ну, короче, Булу он что-то полностью проиграл. Джесси. По 1500, это 2 снежка залетает. Джесси он выносит. С ультой смотрим. Фух, 140 урона с ультой. Стоп, смотрите. Смотрите. Он дамажит. Снежок разбивается об турель. И один снежок наносит 504 урона. 2 снежка наносит. Все, я понял. Я понял, откуда 1500 урона. Это 3 снежка залетает. Все, один снежок наносит 504 урона. Окей. Так. Не, прикольно, вот этот мини-стан прикольный. Прикольный. Так, против Брока.
Урон одинаковый, по 1500 тоже. Ну подожди, у Брока чуть-чуть больше. С ультой. С ультой? Нифига, вообще без шансов. Ну вы видите, да, у них урон практически одинаковый. Динамайк. Динамайк первым умирает, но при этом, если, конечно, одинаковое количество снарядов выпустить, то он его тоже добивает. С ультой проигрывает Динамайку Гейл. Окей, против Бо. Бо его вынес вообще в щепочки. Так, на дистанции. Слушайте, ну получается, по 1000 урона он наносит стычки. Ты видел? Что? Отмотай назад. Там он гаджет заюзал. Да? Гейл гаджет? Да, он сейчас гаджет заюзал. Так. Он ставит пластину, которая... Где? Не вижу. Ну вот отмотай еще раз назад. Еще раз назад. Теперь смотри. Вот оно что, Михалыч. Получается, он делает трамплин гаджетом. Йоу, вот. Вот он гаджет. Вот он гаджет, вот, все. Понятно теперь, какой у него гаджет. Только пока непонятно, что с пассивкой. Что за пассивка у него. Ну, дальше посмотрим, я думаю, тут есть. Все, я понял. Я не обратил внимания. Рома увидел. Круто. Так. Тика он без ульты проиграл ему, с ультой его вынес. Бит его вынесет мгновенно, я уверен. Мгновенно. Фух и нет, отлично. Блин, надо понять, что с этой, с пассивкой. Так. Окей. Че, забагалось хп, видели? Эмс. Так, стоп. Кстати, я уверен, что, может, вы какие-то моменты заметите, а я дед, я смотрю впервые. Так. Эмс выносит его, и остается 780 хп. А вот с ультой не все так просто. С ультой они умирают практически... практически мгновенно. Так. Примат его, конечно, мутузит. Так, хорошо. Ну а вот на дистанции, конечно, он прямо так контрит, да? Ну, примату проигрывает он. Так. Сейчас разберемся. Пассивки будут в конце. Я вам про пассивки в конце расскажу. Сейчас просто смотрим раз на раз. Барли тоже выносит его. Хотя нет, подожди, он Барли первым вынес, да? И тут тоже он его с ультой выносит первым, но при этом умирает потом. Так, против Покича, окей. Короче, вся информация вообще... подрезюмировать все, я сделаю это все в конце. Пока с ультой выносит. Не, стоп. Я не понял, это с другой пассивкой или что было? Я не совсем въехал, я не вижу разницы пока. Это без ульты, да? Не, стоп. Да, это без ульты. Хорошо. Такой мини-стан он дает ультой. Нифига, прикольно. Это очень прикольно. Так. Покич вынес. Короче, Покич выносит его, ну понятно. Роза тоже вынесет тут даже без. Хотя нифига, видите? Ну точнее, да, выносит. Но я думал, что-то вообще там его быстро вынесет. Он, видите, гаджетом поставил трамплин. Окей. Ну почти, не, ну понятно, что... Роза будет его выносить, но он все равно прикольный. Рикошет вынес. Рикошет он вынес.
Это с ультой, да? Или нет, или что? Да, это с ультой. Слушайте, этот мини-стан офигеть! Это офигеть мини-стан! Это как... это как у Бо взрывчатки. Так. Дэрил выносит, окей. Не, гаджет, конечно, классный. Я думаю, что в 3 на 3 трамплин на вражескую базу. Ты шо, ты шо? Я отвечаю, в 3 на 3 этот перс будет. Ребят, как только он выйдет, сразу его буду пушить. Подписывайтесь, будет интересно, что в итоге получится. Так, Пенни с Мортира его просто въебщи. Джеки. Джеки вынесет, да, она там под 1600, да, или поскольку. Да, понятно. С ультой. Оп. Но этот мини-стан, видите, ему практически ничего не дает. А вот вашим союзникам, ох, как будет. Нифигашечки тут еще поединков. Мини-стан, бэмс добил. Окей. Так. Опа, офигеть, вы видели, как он его оттолкнул далеко? Тут уже практически за спиной был, он его фиг. Пайпер. Пайпер с кустов с пассивкой, понятно. Уничтожает, хотя тоже мало хп оставляет. Ля дистанция. Ля дистанция, как у Пайпер. Нифига. Пэм. Угу. Ремодел. Пэм ремодел, да. А видишь, станция у нее другая. У нее ремоделинг Пэм. Не, вот этот ульта у него прикольная. Во-первых, отталкивает, что-то замораживает на секунду. Фрэнк. Блин, Лекс красава, крутой ролик подготовил. Все против всех персов затестил, все смонтировал, классно. Ссылка на него в описании, поддержите его. Фрэнк выносит, да? На... это на дистанции с ультой, да, так понимаю? Он ультануть хотел, в смысле, так нечестно. Так Фрэнк ультануть хотел, он ему сбил ульту. Капец. Или до этого была ульта с Фрэнком? Биби. Биби. Ну так понятно, потому что она его отталкивает. С ультой. Пум-пум-пум. Блин, жесткий перс. Очень интересный. Вот что мне нравится. Ну, да, с одним хп вот этот вывозит, да. Он вывозит любого. Мортис вынесет его. Нет, смотри, 700 хп! Капец. Ну тут, конечно, зависит все от ситуации. Как ты замансишь удар? Тут он вынес его. Так, я так понимаю, первая атака просто, вторая с гаджетом, третья с ультой. Ну, чуть... Или наоборот, ну короче. Там уже как разберутся. Не, ну понятно, да. Ну, одновременно. Это гаджет, да, сейчас? Да. Ну и с ультой, по-моему, не? Не, без ульты. Вот сейчас с ультой. Да, все, я понял. Я только сейчас понял, на 14-й минуте ролика, ребят. Татара выносит, да. Джин. Так, окей. Окей. И так выносит. Теперь с ультой. Да шо ульта у Джина, он сейчас оттолкнет на... А куда, шо? Это болт. Шо ты
такое? Зачем? А, в смысле, он же там бот помог. Макс вообще такой персонаж странный, на самом деле. Зачем он вообще? В смысле, нормальный персонаж, Макс. Офигенный персонаж, я бы даже сказал. Ну, на фоне Би он как-то теряется. Да ну как, в смысле на фоне Би? Би это немножко другой персонаж. Би это мидер. Опа, Мистер Пи одновременно отъезжает. Ну, по ХП они плюс-минус одинаковые. По урону у этого снеговика больше. Чуть-чуть буквально. А вы видите, да, если стоит станция, то снег, он не попадает в цель, он, короче, вот так разлетается. Ну да. Он не херачит просто вот так вот. Так, этот отъехал. Окей. Ура, там справа-то нашли. А нет, тут не убил. Спайк. Спайк! Опа. Мой любимый спайк. Вынес, да? Воробушек! А чё через него 1200 урона проходит? По 600... А, это с гаджетом. Это с гаджетом в два раза меньше урона, я понял. А вот с ультой... С ультой воробушек выигрывает. Да он вообще выигрывает. А это как? Это как? Это с ультой и с гаджетом? Да. Я понял. А это как? А это ты сверху, я снизу. Да. Да хватит уже воробушек его отымел. Тут, видишь, боты разошлись. Леон. Да если воробушек его вынес, Леон его вообще просто... Хотя, видишь, не так уж и много хп осталось у Леона. С гаджетом. Ну чё, ну изнёт сейчас раздвоитель. А чё, где гаджет у Леона? А что у него 76 хп? Ну это баг. Не, ну ладно. Это, видишь, забавило на хп. Ну понятно, да. Понятно, да, ясно. Даже у сервера у разработчиков забагованы. Ты прикинь? Если... Да, да, это, блин, интересная штука. Перс интересный. С гаджетом, видите, Шелли уничтожает его. Ой, Сэнди, Сэнди, я извиняюсь. А, ну да, слушайте, он ее не успевает убить, она отхиливается. Так, по поводу теперь характеристик. Что ты покажешь или мне самому рассказать? В общем, друзья, вот на протяжении всего ролика вот этот мини-стан, это и была пассивка его. Это его первая пассивка, которая станет, он ультует, и вот этот микростан, это и есть пассивка. Вторая пассивка, она ускоряет своих союзников при помощи ульты. Короче, две пассивки. Одна станет, другая ускоряет своих союзников. Осталось только затестить. Ждите, еще будет, я думаю, много роликов. Это, в принципе, ролик был... Гейл против всех персонажей, не полностью обзор его. Если бы у меня был доступ к серваку, я бы, может быть, конечно, бы замутил бы что-то интересное. Блин, как же я жду обнову. Подписывайтесь на канал, если вы хотите, чтобы у вас было вот так. Вот так. Подписочка и лайк. И у вас будет так же. Всем удачи!